Во Дворце культуры «Видное» состоялся отборочный тур фестиваля конкурса эстрадной песни Ленинского городского округа «Эдельвейс-2024». В этот день на сцену вышли представители разных музыкальных жанров, от самых маленьких до уже состоявшихся музыкантов. Сегодня у нас 116 заявок. То есть это достаточно большое количество. Очень приятно, что конкурс пользуется популярностью среди наших жителей и ежегодно поддерживает себя примерно в том же объеме участников. Артисты выступали как сольно, так и в составе дуэтов, трио и вокальных групп. Несмотря на юный возраст, для многих участников «Эдельвейс» стал уже традиционным ежегодным мероприятием. Я принимаю участие в этом конкурсе не первый раз. Еще коллектив будет петь мой. Я пою песню «Отличница». Эмилия Сибогатова немного волновалась перед выходом на сцену, но во время выступления ее поддерживала семья. Я вижу, как ребенок раскрывается каждый раз, как она по-новому себя раскрывает и ощущает на сцене. То есть это очень здорово влияет на ее раскрепощение, на самооценку, на ее уверенность. Коллектив из дошкольного отделения Лопатинской школы собрался недавно, но уже готов показать зрителям, на что способны подрастающие таланты. Здесь детки 6-7 лет. Занимаемся мы всего-навсего полгода, но уже имеем опыт выступления. Мы выступаем и в своем детском саду, и в школе, там, где нас приглашают. Девочки из образовательного центра «Старт» подготовили для выступления на конкурсе патриотический номер. Мы пошли в подъезд, там репетировали, потому что потолки, что были высокие, не было люстр, флаги большие, соответственно, и вот так вот тут репетировали. Выступление участников оценивало профессиональное жюри. Лучшие артисты вышли в финал конкурса, который пройдет 20 апреля здесь же, во Дворце культуры. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».